Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета объявлен тендер на проведение работ по стабилизации ситуации, которая сложилась в районе 16-й станции на пляже Золотой берег. Там в сегодняшний момент наблюдается мероприятия, которые могут повлечь обрушение. В этой связи было принято решение провести работы, направленные на стабилизацию ситуации. На сегодняшний день объявлен тендер, который подразумевает проведение работ по контролированному обрушению этого участка склона с вывозом этого материала. То есть объем планируется выполнение работ на участке протяженностью порядка 100 метров, объем вывозимого материала порядка 100 кубических метров. Мероприятие проводится именно по уменьшению данного материала известняка, то есть контролируемое обрушение, которое позволит обеспечить стабилизацию на данном участке склона без проведения мероприятий по строительству каких-либо дополнительных сооружений. Тендер объявлен, прием документов до 15 октября, 18 планируется открытие, проведение аукциона, и после этого 10 дней на оскаржение, и в дальнейшем планируется заключение договора. Работы планируется проведение с ноября до 17 декабря.